Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть, лайки, подписочки, колокольчики, сегодня кратенький обзорчик рыночка будет у нас 8 января, давайте смотреть, что по биткоину и криптовалютам. Ну, короче, коррекция, да, которую я ожидал еще вчера, ну, вроде как началась, можно это засчитать. По идее, есть несколько зон для принятия решений, я не помню, в том обзоре я говорил или нет, про Фосагро. Там похожая тема такая, со взлетом сразу. Его не произошло. Значит, есть шансы, что будем не отвозить там за правое плечо, а сначала придем куда-то ниже. И тут уже будет своеобразная зона для принятия решений. Так, ну конечно, у нас все стоят институционалы в оверлонгах. Биток, эфир, микроэфир, микробиток. Все в лонгах. На Bitfinex'е накинули лимитки сверху, плотничком держат. Ну, как раз, кстати, под плечи. Левое плечо, правое плечо. Держит, держит. На Binance, в принципе, ну, тоже уплотняют сверху, но так вот ничего интересного не сказать. В общем, для себя пока в текущей реальности не вижу. Сделочек интересных, покупатель достаточно сильный. Но, блин, вставать прямо вот здесь вот в лонг, не знаю. Обычно накопление, манипуляция экспонента. Вот была ли это манипуляция? На двух биржах был перелой. На остальных этого перелоя не было. То есть это как бы внутри диапазона, и почему это манипуляция, я не знаю. Стоит ли это считать? То есть есть вариант, что ну, будет еще сильнее манипуляция. С другой стороны, какой-нибудь кракен или... фьючи взять. Ну, тут как бы уже, да, накопление, манипуляция, ну, по идее, экспонента. Ну, почему они вынесли сразу, как на там, Фосагро? Ну, много где такой паттерн был, я не помню сейчас еще где. Очень часто, когда, ну, например, лютейшая бычка происходит, какой-то сильный вынос, и сразу, ну, пошла следующая стадия. Сильный вынос, пошла следующая стадия. Здесь этого продолжения, ну, не было. Ну и для шорта тоже, как бы, накопление, манипуляция. Ну, блин, экспонент, почему она не пошла дальше, подавили продажи. Поэтому тоже все, вернулись во флэт тягомотный. И самое грустное, что если вот здесь вот несколько сделок я ловил, то сейчас, ну, то есть... после вот таких вот двух вариантов манипуляций, войти в сделку и поймать в противоход экспоненту, что-то не очень хочется. Вот. Раскладик такой. В общем, лайки, подписочки, колокольчики. Встречаемся в чате. Сегодня 8 января. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. Пока.